Хлеб, молоко, колбаса, пельмени – все что угодно, лишь бы наше, самарское. Проект партии «Единая Россия» «Народный контроль» пристально следит за качеством продуктов, которые из магазинов попадают на столы самарцев. Просрочка и товар без лицензии отправляются в мусорную корзину. В продуктовой корзине потребителя должна остаться только свежая и качественная провизия. Поддерживать нужно своих, уверены организаторы. Каждый раз этих товаров становится все больше и больше. И год назад мы эти товары находили, сейчас их уже больше. И отрадно отмечать то, что качество их товаров становится лучше. Ну а самарцы, как истинные патриоты, выбирая между своими товарами самарскими и с других регионов, конечно, отдают предпочтение именно нашим самарским. Продвижение именно местных товаров – новая тенденция в регионах. Крупные торговые сети выделяют для них лучшие места на прилавках. Известно, что везти скоропортящееся молоко, хлеб и мясо из других регионов коммерчески невыгодно. Нужно повышать спрос на продукты своего края, тем самым повышать престиж местных товаропроизводителей. И одновременно с продвижением этого товара стремимся его расширить не только на регионе присутствия Самарской области, но и выйти с ним в другие регионы. Если покупатель, скажем так, полюбит, лояльность будет высока, соответственно, добро пожаловать из Самарской области во все области, не только нашего дивизиона, и по России. Товары со стопером «Самарский продукт» можно теперь увидеть во многих магазинах. Организаторы акции уверяют, что эти продукты покупать можно смело, качество будет достойным, да и цена порадует. Марианна Мирная, Алексей Золотенков. События.